В Сибирь и обратно в администрации презентовали новое авианаправление. С этого года из города Металлургов запущены перелеты в Новосибирск. Рейсы проходят два раза в неделю, по вторникам и субботам. Время в пути составляет около 3 часов. Стоимость перелета от 3500 рублей. Восточного направления вообще не было. Поэтому мы выбрали совместно с администрацией города, с администрацией аэропорта и с авиакомпанией «Северн» именно это направление для того, чтобы дать увеличить возможности жителей и гостей города Магнитогорска, иметь возможность заниматься счастьем, летать по всему миру, не только на западном направлении, но и на восточном. В планах связать прямым авиасообщением также Магнитогорск и Санкт-Петербург, однако о конкретных сроках пока не сообщается.